Здравствуйте. В самой последней книге Библии, которая называется «Откровение», в самых последних строчках этой книги, в 22 главе, 12 стихе, мы читаем «Се гряду скоро». Что эти слова означают? «Се гряду скоро». «Се гряду скоро», слово «скоро», многие понимают как какой-то небольшой такой промежуток времени. Ну, к примеру, лет 100 – это не скоро, а вот завтра, послезавтра или через неделю – это как бы уже скоро. Вот слово «тахе», которое здесь переведено как «скоро» в синодальном переводе, означает, скорее всего, не промежуток времени, а скорость, спешка, быстрота. Если мы попробуем понять и перевести это в выражение, то Господь, можно сказать, Он говорит: «Я иду быстро, я иду торопясь, я тороплюсь прийти к вам». То есть Господь хочет сказать: «Я тороплюсь, я спешу прийти к вам». И давайте посмотрим, что говорится далее в этой книге Откровения, уже в 17 стихе. «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди». «И слышавший да скажет: приди». «Приди», наверное, всем знакомое слово «маран-афа» или «мараната». То есть Господь говорит: «Я всеми силами тороплюсь приходить к тебе, приходить в твою жизнь». А мы, читатели этой книги, призваны сказать: «Да, приходи как можно скорее, потому что только в тебе наша жизнь». Книга Откровения, видимо, была написана не столько для того, чтобы предсказать, что будет в дальнейшем, сколько для того, чтобы стать для нас призывом, откликнуться на вот этот призыв Бога, на это желание Бога войти в нашу жизнь и дать нам силу откликнуться на этот призыв, дорогие друзья, на этот призыв, чтобы Господь вошел в нашу жизнь и спас нас. И в молитве ведь мы говорим: «Да придет Твое Царство».